Я вот что хочу у вас, пацаны, спросить. Вот у многих, короче, музыкантам мы как бы задавали в интервьюхах этот вопрос. Я его даже как бы сам себе сейчас задам. Как вот мы все думаем, допустим, вот нашему этому сейчас, вот нынешнему обществу, нужен вот какой-нибудь новый рок-герой? Вот такого уровня, вот как Цой, Летов, кто там еще? Такое ощущение, что сейчас все по рэпу, блин, загоняются. Да. Big Russian Boss, там его герой, блин, да? Нет, ну ты понимаешь, это герои, скажем так, поколения, можно сказать, Сытого. Нет, ну да. Кто? Они герои Сытого поколения? Нет, я вот за... сейчас? Да. Это герой Сытого поколения, понимаешь? Так вот, вопрос-то в чем? Вот нужен ли он сейчас, вот этот человек? Вот как бы у нас все есть, и жратва, и водка, и сигареты любые. А он не может появиться. Сейчас очень тяжело. Они появляются тогда, когда пиздец. Они появляются сами. Тогда, когда полный пиздец. Да сейчас полный пиздец. Все очень относительно. Такой кризис, да. Сейчас полный пиздец. Все очень относительно. Алкоголь дорогой. Ладно, я могу тебе это дешевый носить. Не, ну понимаешь, ну допустим. Пожалуйста. Вот, когда, пожалуйста. Нет, слушай, вот опять же пиздец, но допустим, когда я там пиздюком бегал, там сдавал бутылки на буханку хлеба, вот это был пиздец. А сейчас не пиздец. Ну то есть ты считаешь, что, короче, он нужен, да? Я считаю то, что если будут прям вот такие изменения, прям сейчас кардинальные в обществе, то он сам появится. То есть. Ну, так появится-то появится, вот нужен он или нет? Вот прямо сейчас? Не. Прямо сейчас он не нужен. Во. Не нужен, потому что бороться нам сейчас не с чем, да? Нет, немного по-другому. Потому что он, скажем так, будет... Короче, ты хочешь сказать, что эти рок-герои появляются только тогда, когда в стране начинается какая-то буча. Да, именно. То есть они, короче, в оппозиции всегда, текста вот у них такие провокационные, блин, а или было? Правильные, или кликушеские. А допустим, вот так. Так вот смотри, что было вот в 60-е, они... когда были, блин, Джим Моррисон, да, Леннон, Битлз, блин, да, вот что было, жили они прекрасно тогда, да? Мы Европу не берем, мы берем Россию. Нас, да, видишь, Советский как? Союз, Россия. Это совсем раз. Когда вот там вот эти вот были, у нас тут в стране были стиляги. Да, ходили в зелено каких-то желтых пиджаках. Это просто абсолютно разная ментальность. Это разная ментальность у людей. То есть у нас ментальность такая: либо то есть все очень хорошо, либо все очень хуево. У нас все очень кардинально. То есть у нас всегда все ждут до последнего. Я вот просто думаю о том, что вот если бы был бы сейчас такой рок-герой, о чем бы он пел бы? Вот мне интересно. Навальный, понимаешь, там... Навальный, зайди ко мне, Навальный, приходи ко мне, мы бухнем. И все обсудим. И сразу бы считали бы не рок-героем, а там либерастом, да, и пятая колонна. Может, Навальный рок-герой? Может, вот поэтому, если он запоет. Может, поэтому Макаревич захотел... Слушай, Навальный не поет. Нет, Навальный... Олег Тиньков поет, хуй забей, ёпт. Истину глаголишь. Ну да, я же знаю просто, что Олег Тиньков там поет. Ладно, так, Влад, а ты считаешь, что вот нужен сейчас вот рок-герой или нет? Знаешь, если бы он был бы, было бы неплохо. Но тоже, блин, о чем бы он пел бы на самом деле? Так как музыкант, блин, ты со стороны в плане музыки, да, короче? Вот тебя вот это вот бодрит, там перемен требует наши сердца. Со стороны музыки, да, новый жанр какой-то он должен. Вечная весна, да. В одиночной камере там, блин. Хотя что? Он тоже творил Цой тогда. Он сочинял действительно популярные вещи. Действительно хитовые вещи. Если бы кто-то сейчас бы делал так. Ну, кого мы сейчас можем поставить в аналогию? Ну, Шнур, да? Ну, допустим. Ну, Шнур, но давайте только Цой не трогать, просто когда говорят, он писал хитовые вещи, блядь, когда, ну, человек. Хитовые, когда человек столько пиздил музыки в плане, то есть, там, копирайта. Мы об этом не говорим, то, что безбожно. Они там похожи на новую волну, там все это они косили под новую волну. Ну, как на Крио они похожи. Похоже, вот слово похоже, тут вообще не подходит. На Кьюар, ты имею в виду, да? Ну да. Ну, Кьюар, да. Их и считают как родоначальники русского рока, блядь. Просто у ребят появился хороший продюсер, сказал: ребят, давайте вот делать что-то такое. Качественный продукт. Вот, но почему-то большинство говнарей очень сильно отрешается от того, что у них был продюсер, и там тоже фу-фу-фу.
дала, там, вела. А что вот так получается такой стереотип, да, говнари любят, получается, Цоя, да, гражданскую оборону, да. Арию обязательно, у да? У нас есть еще один. И сектор газа забыл. Сектор газа. И Киш. Вот. Сектор газа, Киш, все. Хотя вот. Киш, ну, я особо не, ну, как, ну, уважаю. А кто вот в Кише главный певец, Горшок или Князь? Горшок. 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 Почему да, нет, Горшок. Князь? А мне тоже казалось, что Князь. Ну что, у него у Князя голос намного сильнее. Намного сильнее голос был. Горшок был как шоумен. Да, у него больше харизмы там, было. Там, как не знаю, там, блядь, символ группы, там, фронтлайнер. Хотя я как-то нашел, смотрел видео 95-го года у них репетиции. Там прям такой он оживленный Горшок там рулит процессом. Там, не, ну опять же, ну ты... Ну а ты, Виталий Николаевич. Это немного не то. Как считаешь, нужен ли в стране новый рок-герой такого уровня, как Летов, Хой? Да я есть. О, все. Я думаю, на этом мы можем поставить точку в этом. Я думаю, когда же он это скажет? Потому что есть Виталий Николаевич. Виталий Николаевич, ты не пишешь текста, не пишешь стихи, ты играешь в зомби-ферму. Ну ладно. Рок-герой не может играть в зомби. Я могу. Рок-герой. Я убил на нее 4 года, блядь. Я уж и никак не могу бросить. Рок-н-рольный герой должен играть хотя бы в Doom, что ли, допустим. Ну, блядь, я и в Doom играю. Я играю в Doom. Вот, вот. Да вот. Там столько в него играешь, пиздец просто. Вот. Это же боевик года 2016-го, блядь. Ну, если так вот честно, положа руку на сердце, вот скажи мне, вот нужен ли стране новый рок-герой? Не. Не нужен? Не. А почему? Да потому что есть еще я. Ты что, серьезно считаешь себя рок-героем? Ну, не то чтобы считаю. Застеснялся. Я просто не знаю, как в обратную сторону все сказать. Как бы в воздухе перебудется, блядь. Блин, это вот откровенное признание. Ну, это признание самое откровенное из всех откровенных признаний. Какой даже женский взгляд с Оксаны Пушкиной, нахуй, я не знаю. Это крутяк, конечно. Должен быть рок-герой. Потому что у нас... Что у нас, Виталий Николаевич? Гудит тревожный бас. Наставил контрабас. Наставил контрабас. И гудит тревожный бас. Тревожный бас. Тревожный бас. Тревожный бас.